Дальше. Первый есть раз, глава 8, стих 69. На Израиле князи, священники и левиты не убрали от них странных людей земли и не оскверняли язычников, хананиев, хетиев, персиев, евусиев, и муавитян, египтян и идомити. Еще раз. Первый Ездрас, глава 8, стих 69. Насия Израиля, князи, священники и левиты не убрали от них странных людей земли и не оскверняли язычников, хананиев, это африканские люди, хетиев, африканские люди, персиев, евусиев, все африканские люди, и муавитин, муавитин это сегодня китайские люди, египтин, египтин это тоже африканские люди, не арабские люди у нас сегодня там, нет, они не оригинальные египтяне люди. Они не оригинальные египетские люди. Арабские люди, которые у нас сегодня там. Они не оригинальные египетские люди. Нет. И идомити. Идомити – это белые люди сегодня в Европе или в Америке. Дальше. Ибо они и их сыновья вышли замуж за своих дочерей. И святой семья смечала со странными людьми из земли. И с начала этого дела правители. И великие люди принимали участие в этом беззаконии. Беззаконие. Это плохо. Наши предки это сделали тогда. Еще раз. Наши предки это сделали тогда. А наш Бог был очень злый со с ним. И наши Бог были очень злый со с ними тогда. Дальше. Сейчас мы открываем. Ездри. Глава 9, стих 12. Сейчас мы открываем. Сейчас мы открываем Ездри, глава 9, стих 12. Ездри, глава 9, стих 12. Итак, дочери ваши, не выдевайте за сыновей их, и дочери их, не берите за сыновей ваши. И Чорос. Ездри, глава 9, стих 12. Итак, дочери ваши, не выдевайте за сыновей их, и дочери их не берите за сыновей ваши. Еще раз. Итак, дочери ваши не выдевайте за сыновей их, и дочери их не берите за сыновей ваши. И не ищите мира их и блага их вовек, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той, и предать ее в наследие сыновьям вашим навеки. Еще раз, еще раз. Итак, дочери ваших не выдевайте за сыновей, и дочери их не берите за сыновей ваших. Наш Бог это сказал через наш предок Ездри. Он тогда знал этот закон.
Поэтому он это повторяет. Они только приехали в земли Израиля, потому что они были в рабстве. Они только пришли дома. И наши предки начали это сделать. О, Боже мой. Они это начали сделать. Они только пришли дома от рабства, потому что царь Соломон это сделал. А когда царь Соломон это сделал, наш Бог рассеял наши люди и забрал наши люди и бросил нас в рабство. А когда он уже сдал нас его милость, и он принесил наши люди дома, наши предки быстро, они быстро начали сделать это. Поэтому наш предок это сказал. И так дочери ваши не выдевайте за сыновей, и дочери их не берите за сыновей ваших. Не ищите мира их и блага их вовек. Что это значит? Потому что когда мы это сделаем сегодня, они будут сказать, что мы расисты. Они будут сказать, что мы расисты. Это плохо. Но при нашем Боге это неплохо. Если вы любите Бога, кто вы будете слушать? Остальные люди или наш Бог? Дальше, стих 13. И после всего, постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление. Потому что Он не наш Бог не убил нас. Он сдал нас Его милость. Потому что что нужно для наших людей, это что мы будем умирать. Потому что мы не слышали наш Бог. Но Он сдал нас Его милость. А когда Он сдал наши люди Его милость, что мы начали сделать? Повторять все. Он уже сказал, что это плохо. Поэтому наш предок Езри сказал это, что мы только читали сейчас. Я это повторяю. И после всего, постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего, потому что Он сдал нас Его милость и дал нам такое избавление. Неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и выступать в рабство или в браке с этими отвратительными народами? Еще раз, неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и выступать в браке с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже по истреблению нас? Так что не будет уцелевших и не будет спасения. Это очень плохо. А мы это повторяем сегодня. Если вы это не знаете раньше, сегодня вы уже узнали это. Это очень, очень, очень плохо пред нашим Богом.
Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.